И снова здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Леонардо, и мы продолжаем проходить Resident Evil 96-го года. Ну что я там хотел сделать? И, по-моему, я уже все сделал, вот только, блин, у меня инвентарь забит. Может, снаряды вы тут выложите? Да, выложить снаряды будет разумно. А хотя, знаете, давайте пойдем батарею ставим, как раз, ой. Да, пойдем батарею ставим куда надо и с чистой совестью свалим. Я помню, что там у входа меня ждет тварь. Хорошо, что Джилл иногда сама целится. Это очень полезно. Помню, Silent Hill, по-моему, была такая функция, то что там как бы, вот сейчас я вам покажу, то есть там не надо было вот так целиться, вот как здесь. А там вот нажал прицел, Гарри уже сам стрелять куда надо. Так, где я? О, мне вообще надо вот другой конец. Или не туда? Блин, я уже не помню. Так, нет. Это вообще другая комната. Кстати, у меня там в левом крыле... По-моему, куча всяких полезностей осталось. Кстати, мы как раз, по-моему, по дороге потратим снаряды и... Самое... Как там... Расчистим путь. Ай! Отвали. Я надеюсь, ты здесь один. Так, ну-ка. Ключ-шлем. Так я и знал, что здесь есть дверь с ключ-шлемом. Что здесь? Мне на секунду показалось, что птица настоящая. Приказы. Совершено секрет. Совершенно секретное. 22 июля 98 год. 2 часа 13 минут. Главе департамента безопасности. День X приближается. Выполните следующие приказы в течение недели. Первое. Заменить в лаборатории членов отряда STARS и наблюдать за их борьбой с БОО для сбора данных о боевых навыках. Отряд STARS, это же мы, да? Отобрать по 2 эмбриона каждого типа БОО, убедившись, что присутствуют все виды, не считая тирана. Знаете, слово тиран мне не очень нравится. Что-то вселяет ужас с первых же секунд. Уничтожить Арклейскую лабораторию, включая всех ученых и животных, и обставить все как несчастный случай. Амбрелла. Приказ сохранен. Тут, кстати, есть... Так, ну-ка. Черт. Что-то такое. У меня нет места. Черт. Ладно, ну мы попозже сюда вернемся. Где эта комната? Ага. Окей. И тут патроны к дробовику. Теперь их мне еще больше. И это меня успокаивает. Так, ну ладно. А, кстати, что за лестница? Куда мне ее надо сдвинуть? Нет? Ничего важного. А, кстати, тут, по-моему, свет надо выключить. Да.
Тебе тут жутковато и страшновато. Че там кнопка какая-то? Блин! Слушай, это же глаз к этому. К тому льву. Или тигру, по-моему. Да. Это же глаз к тигру тому. Вспомнить бы сейчас, где он. Понял, там комната такая маленькая. Где она сейчас, я точно не вспомню. Вроде бы она на пи***ца же была. У меня есть подозрение, где она находится. Я знаю, это такая маленькая квадратная комната. Вот, я вижу одну. Вижу вторую. А, нет, это save room. Это комната с ящиком. Так, и вторая, но она слишком большая для той комнаты. Как бы туда дойти еще? Ладно. Сюда попозже вернемся. Кстати, где это? Ага. Я знаю, мне сейчас все в комментариях напишут, типа, береги базуку, она для босса. Ребята, пожалуйста, не пишите такое, я как бы сам знаю, меня учить не надо. Я знаю, что в конце босс сложный. О! У меня тут там просто в ящике еще снаряды есть. Вот тут еще, оказывается, их двое. Надеюсь, их только двое. А не трое. Так. Блин, может, этот аккумулятор надо было выложить? Просто. Но сейчас шагать очень долго, и почему я по второму этажу бегаю? Ладно, сейчас все запертые двери откроем. И нам предложат выкинуть ключ со шлемом, потому что он нам не нужен. Так. Стоп, а где-то комната? Зачем я на второй этаж поднялся, непонятно. Вот. Видите, на первом этаже в левом крыле. В правом крыле, то есть. Две комнаты не открытые. Давайте туда сходим. Так. Не, мне так нравится, что она прям через две ступеньки перешагивает. Прям на меня похоже. Когда я по лестнице поднимаюсь. Я точно так же через ступеньку перешагиваю. Просто так быстрее. Я знаю, что силы как бы с ней ходят, но. Ну блин. Просто так удобнее, понимаете, так быстрее. Так, стоп. Вот здесь заперто кому-то ближе. Я надеюсь, здесь этих ящериц переростков нету. Кстати, тут ничего не появилось? Нет. Все ясно. О. Ты один? Я искренне надеюсь, что ты один. У меня нет ключа от этой двери, нет. Значит, это не тот ключ, который мне нужен для этой двери. Так, у меня в горле пересохло, надо глотнуть. Я надеюсь, вы этого не слышали.
Ну, в смысле того хлебка, который, знаете, такой... Знаете, звук такой, когда что-то глотаешь. Вот такой. Блин, у меня что-то попало. Я отравлен? Черт. У меня сейчас жизни, да, будут медленно так тратиться. Я надеюсь, ты тут был один. Нет, ты был не один, к сожалению. Не надо меня травить. В прямом смысле. Так, где я? Ой, у меня реально это жизни заканчиваются. Надо быстрее искать комнату с ящиком. У меня там где-то синяя трава была. Так, уйди. Уйди. Скоро я окончательно сдохну. Так. Ага, в конец коридора. Первая дверь направо. Вспомни. А даже я более-менее ориентируюсь здесь. Это уже хороший знак. Так, сюда. Вроде бы. Давай быстрее, Джилл. Ты сейчас дохнешь на ходу. Долбаные пауки. Чё там ужасно? В смысле, жизнью. Нет, желтая пока это еще не смертельно, не летально, как говорится. Слушайте, у меня есть идея, давайте смешаем синюю траву с зеленой. Так. Вот она. Комбинировать. Смешать травы, да, я хочу смешать травы. Вот и все. Все довольны. Ладно, теперь мои вещи забрать. Блин, мне еще шагать, да, тут. А, нет. Нет, мы близко вообще. Да. Мы и к той двери тоже близко. Теперь главное не напарываться. Напарываться. Что за слово? Натыкаться, короче, на тех пауков. Переростков. Так, по-моему, где-то здесь было, да? Ой, слушайте, блин, я сейчас... Только сейчас до меня дошло. Если я оставлю батарею, получается, я же должен был в то место сходить, а... Здесь мы... Черт. Один заряд потратили. Да чтоб тебя... Кстати, а я так попаду? Ну чтоб тебя. Ладно, встану. Так вот прям. Вот. В следующий раз будешь думать, прежде чем нападать на великую Джилл Валентайн. Блин, они же и тут появились, да? Я там как раз все расчистил. О, кстати, тут еще много травы. Надо запомнить, что здесь, кстати, куда я иду. Надо запомнить, что здесь куча травы. Кстати, вот что. Так, подождите.
Где тут этот, как его там? Блин, что это не стало? Те лифты. Они же здесь вроде бы, да? Сейчас змеи повываливаются. Откуда они вообще падают, а? Че, по деревьям лазают, что ли? Платформа, кстати. Что это такое? Тут что-то есть. Прям выделяется, знаете? Вот. Что-то есть, но оно не активно. Я вот нажимаю, ничего не происходит. Ладно, видимо. Ну, блин, реально выделяется же в текстурах. Прям в глаза бросается. Это уже знак того, что это вещи используемые. Кстати, куда я попаду? Я попаду хрен знает куда. Кстати, может я там смогу это самое... водопад закрыть? Так, ладно. Так, змеи, не вываливайтесь, пожалуйста. Нет, трава, хорошо. О! Ни хрена себе. Все понятно. Так, вот зачем мне был нужен этот аккумулятор. Ладно, все, с этого момента бережем базуку. С этого момента купим заряд для базуки для финального босса, потому что я, черт возьми, помню, как какой он в бою. Я, кстати, помню, когда я первый раз играл, там базука была очень полезная против него. Потом вроде бы вот когда базука в него попадала, вот там, как бы это сказать, то ли падал, то ли как-то там корчился от боли. Кстати, я в эту дверь не зашел. Хотел зайти, вроде забыл. О, не нужен. Конечно, выбросьте, чё вы. Сцебаться надо мной, да? Надо выкидывать мусор, не спрашивая меня. Я бы все понял. Ай, темно. Ахтунг, темно. Этот выключатель. Тут, наверное, из окон кто-нибудь выпрыгнет, да? Книга выделяющаяся, только она... Что-то... А, понял, я в темноте должен где-то выключатель нащупать, да? Слишком темно, ничего не видно. Ой, да ты что? Это, видимо, книжный стеллаж, да? Ну, это для Джилл. А для нас это огромное черное пятно в стене. Здесь выключатель, да. Знаете, я ожидал, что я вот включу свет, и в темноте там чья-то рожа, какой-то мутант появится такой. Зырит она, знаете, как в ужастиках. Первая книга рука. Да, вот включаем свет, а она за спину. Вот мы такие поворачиваемся, и на нас такая рожа смотрит. И сразу кидается на нас. В этой книге есть что-нибудь полезное? Открой-ка ее. О! В этой книге была медаль. Медаль орла. И что мне с ней делать? Ладно, будем носить с собой. Блин, мне сейчас бы вспомнить, где это... Комната с тем тигром.
Вот это бы мне сейчас капец как не помешало. Это что такое? Патроны Магнума? Да ладно, мы скоро Магнум получим. Я вижу только луну и густой лес. Жаль, а в столе, кстати, ничего нет. Нет, не нажимай ничего. Кстати, что это такое в стене? Выделяется, прямо в глаза бросается. Эх, черт, у меня ноги затекли. Так. Ладно. Вроде бы все везде открыли. Только вот на первом этаже одна дверь осталась не открытой. Во втором этаже тоже все обследовано. Все, ну то есть сюда можно уже не возвращаться. Ой, стойте, нет. Подождите. Я помню, как эта комната была. Вон, самая крайняя. Я вспомнил. Там уже была... Где мы? Как раз на втором, да? Или на первом? Ой. Нет, мы на первом, черт. Но мы рядом с лестницей. Да я вспомнил про того тигра и про тот глаз. Кстати, вот меня в комментариях спрашивали, играл ли я в другие части Resident Evil. Я играл только первую часть, то есть вот в данную, которая самая первая, которая 96-го, но события в ней происходят в 98-м. Во второй части, то есть там, где Леон и Клэр, то есть такие две сюжетные линии я не играл. Прохождение будет, но оно будет слепым. Еще в Resident Evil Revelations я играла. И что там еще? В Resident Evil 3, то есть там, где Немезис появляется впервые, я не играл, но видел прохождение, так что прохождение, скорее всего, тоже... Черт, блин, забыл, когда дверь открывалась, забыл сохраниться. В Resident Evil 3 Немезис я играл. Ну, чтоб тебя. Иди взад. Чего такие прыгучие-то, а? Черт, не, я так не хочу. Иди взад. Блин, чего такие увертые-то, а? Сколько для него выстрелов надо, чтобы убить? Блин, пока я их убью, плохо. Так, где я там? Куда мне надо? Блин, вот прям там, где мне нужно. Не, знаете что, я лучше мимо него пробегу, так будет лучше. И патроны сэкономлю, и здоровье. Слушайте, может базука его? Хренакнуть. Ладно, давайте с базуки. Чё уж там. Живой? Серьезно? Выжил после выстрела из базуки? Это нереально. Когда он выжил, и мне что-то показалось, что он это... Бессмертный, короче. А, кстати, я помню, там, по-моему, в... Вспомнил один такой баг, в... как там, в Call of Duty 4, который Modern Warfare. Вспомнил один баг, короче, с... Бессмертными врагами. То есть я как бы стрелял врага, но он не умирал. Я сначала подумал, что я не, просто не попадаю в него. Но как бы вижу, что он как бы получает ранение, но все же здоровье у него как бы не тратится. То есть да, он, короче, бессмертный. У меня, кстати, есть к Магнуму патроны, но что-то сам Магнума, самого Магнума у меня нету.
Господи. Кстати, по-моему, в таком-то с тигром где-то здесь должно быть. Нет. Блин, серьезно, вот вспомнить бы, где сейчас комната с тигром. Блин, мне еще все весь особняк, что ли, бегать в его поисках. Давай, Джилл, двигай. Так, вы попробуйте вынуть глаз. Давай, вынимай. Так, первый глаз, по-моему, был синим, если я не ошибаюсь. Что-то Джилл на секунду заглючила, она спускаться не хотела. Так. Тут, кстати, на столе валяется патрон, по-моему, к магнуму. Как ничего интересного? Вот, смотри. Есть что-то интересное. Кстати, мне вот интересно, эти патроны к магнуму, они в пистолет вставляются? Просто из любопытства. Так. Ладно, давайте думать, где та комната. Так, есть подозрение на одну комнату в левом крыле на втором этаже. В правом крыле, то есть. Ладно, давайте туда сходим. Надеюсь, на это уйдет немного времени. Искренне на это надеюсь. Кстати, по-моему, там что-то есть. Выделяется прям. Или это растение? Это растение. Кстати, а... Это окно неиспользуемое. Жаль. А, кстати, я еще играл в Resident Evil 5. Но так и не прошел ее до конца, потому что, я помню, там был один момент. Очень сложный. Я вот так психанул, удалил игру к чертям, потому что, блин, я целых 3 дня не мог пройти тот момент. Из принципа не смотрел прохождение. Да, у меня есть такой принцип. Ну, был. Сейчас его нет, но тогда у меня был принцип не заглядывать в прохождение. Я помню, но это тот момент, который я не мог пройти в 5-й части... Это как там, как сказать-то? Блин, я вообще не туда пошел. Кстати, а может в таком-то здесь? Хотя это, конечно, не маленькая комната. И нас, по-моему, не было здесь, когда мы. Нет, это не та комната. Да тот момент в Resident Evil 5, который я не мог пройти, он, по-моему, был в каком-то, ну не в самом начале, но примерно после начала игры, то есть когда Крис Шевой там выбирается из какой-то деревни, и там, там, короче, какой-то, я уже не помню, как-то крематория что ли была, но я помню в 7-й части, по-моему, в 7-й номерной части. Там были похожие твари. Ну, короче, такая, какой-то сгусток черной массы живая. Там ее как надо было сжечь, и это не та комната. Кстати, что-то такое мне не кажется? Нет. Показалось, что там это патроны к дробовику.
такой, кстати, халат. Лента, но она мне не нужна. Так. Да, там тут тварь надо было сжечь, я не мог это самое пройти тот момент, потому что я тупо не мог заманить ту тварь в какое-то определенное время. Ах да, еще я в четвертую часть, то есть Resident Evil 4, которая за Леона, не играл, но смотрел прохождение. То есть там я помню, у меня компьютер был очень слабый, а там, тогда это было, по-моему, в 2014 вышла HD-версия, то есть какое-то переиздание. И там, как бы сказать, была улучшена графика, и то есть игра стала более требовательной. У меня компьютер тупо не тянул, а мне было интересно, что там с Леоном происходит. Тем более, это была, по-моему, была первая часть, которую я встречал с участием Леона. И да, вот психанул, заглянул в прохождение. Так. Где еще маленькие квадратные комнаты? Вот там еще в углу есть такой длинный коридор с одной дверью. Но у меня два варианта, где та комната. А одна из них, по-моему... Где она? На первом или на втором этаже? Так, где? Нет, на первом. Да, на первом. Но она близко. Так. Кстати, вот мне интересно, во второй части Леон также будет там через две ступеньки перешагивать? Просто интересно, из любопытства, разработчики также сделали или там исправили как-то эту анимацию ходьбы по лестнице? Так, стоп, не туда иду, не туда иду. Дебил, не иду туда. Не иду туда. Короче. А, нет. Здесь не получится пройти. Все, этот вариант отпадает. Окончательно. Хотя там еще две двери есть. Давайте туда хотя бы сходим. Что здесь? Хоть бы это была та комната, пожалуйста. Нет? Черт. Ничего интересного, ты дыши через нос, найдется что-то интересное. Так. А ничего. Просто ванная. Так. Эта дверь куда меня приведет? А, да, я помню. Тут это не коридор. Ух ты ж ё. Нет, лучше с дробовичка. Так будет лучше. Смотрите, а задний умер с первого выстрела. Ух ты ж ё. Сдох? Сдох. Молодец. Да, я сказал, что будем экономить базуку, и сейчас ее тратим. Ржавый котел, ничего странного. Кстати, а в тех бочках? Ничего нет. Ладно, где мы сейчас? Так, кажется, я помню, вспомнил где-то комната. Она в левом крыле.
еще до левого крыла шагать, да? Отвали. Кстати, давайте замочим ее. Из базуки. Ну давай, иди сюда, я жду. Так, по-моему, там где-то застряла. Ну давай. О! Косая. Блин. Чё, серьезно? Не сдохла? Ну давай, спускайся. Чё, мне подвигаться для тебя? Чё, мне ещё задницы потрясти? Давай, иди сюда. Выжила, смотри-ка, мразь. Давай, иди сюда. Ой, слушайте, у меня идея. Вот так сначала. А потом... Вот так. Нет, мразь выживает. Смотри-ка. Черт. Ой, нет, 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 нет. Не использовать. Чё? А, базука, господи, я... На дробовик не поднялся. Где твои детишечки? А, вот они. Идите сюда, я вас растоптать хочу. А, они еще кусаются, смотри-ка. Что-нибудь там со здоровьем? Отлично. Да вы что? Мне так не кажется. Подожди. Паузу за мной, смотрите-ка. Так. Хорош. Где эта комната была? Все, вспомнил. Вспомнил. Где она? А даже я более-менее здесь ориентируюсь. Хоть с картой, но все же ориентируюсь. Это уже удивительно. И 10 серий не прошло. Я, кстати, еще не понял, куда надо вставить ту медаль. Так, где эта комната? Так, вспомнил. Пожалуйста, хоть бы это была она. Я вас умоляю. Не надоело по особняку бегать. Оу, я. Оу, фак, я. Оу, да. Тигренок ты мой дорогой, я нашел тебя. И чё там? А там? Блин, слушайте, у меня же места нет. А, нет, освободилась. Питон? Какой-то питон. Ну это револьвер. Уже понятно. Нам только что к нему патроны дали. Так. Не получится, да? Нет, получится. Прикольно. Ну что ж, ребята, давайте тогда на этом заканчивать, потому что мы реально играем очень долго. Что-то, знаете, я вот записываю вроде бы, вот по сюжету мы вроде бы не двигаемся. Ну ладно, ребята, я надеюсь, данная серия вам понравилась. Если это так, и делайте то, что нужно. И на этом у меня все. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был Леонардо, до скорой встречи, и помните, веселье только начинается.